все готовы? Yeah. Окей. Господа, все готовы? Ну что, готовы? Начали. Всем привет, меня зовут Ксюша, и на протяжении всей этой смены мы снимали фильм. Наш отряд очень старался. На обед пойдем? Наш отряд очень старался, каждый занимался своим делом. Скучать нам, конечно же, не приходилось. Кто-то делал фильм, кто-то шумкостюмы, кто-то делал историю своего персонажа, а кто-то даже писал сценарий. Мы долго думали над этой сказкой, мы ее переделывали тысячи раз. И сейчас я хочу показать вам труды всей этой смены, всего нашего отряда. Да пойдешь! Ай! Саша, ну зачем? Ну я не хочу есть. Чтобы вы оценили. Вот. Давайте же смотреть. Смотришь? Смотрю. Волка, ты не видел здесь мальчика Лоза? Видел. Вон туда он пошел. Вон туда? Да, вон туда. Спасибо. А ты откуда? Я из другой сказки. Зачем ты меня разбуди? Я вижу, тебе скучно и решил подарить тебе подарок. Держи. Спасибо. А что это такое? А как ты думаешь? Это целиками? Нет, это же обыкновенный пластилин. Thank you.
Кто? Кто-кто? Я твое творение. Это что ли я тебя вылепил? Ну как бы да. Я хочу, чтобы ты меня всем показал. Мчатся обезьяны с диким криком на лианы, что свисают низко-низко, слышишь шорох многих, но это значит близко-близко от твоей лесной поляны разъяренный носорог. Видишь, вообще есть мятеги, слышишь, что под нецомнения, если даже твой мазон отступает глубже в лес. Подними высоко руки с песней счастья и разлуки, взоры в розовых туманах мы издалека уведут, и стран обетованных нам незримые филуки за тобою приплывут, и стран обетованных нам незримые филуки за тобою приплывут. Обезьяны решили показать произведение, которое назвали Мо лесному арт-критику. Стильно актуально. Но для выставки нужно еще пара работ. Посмотри, у меня сломана лапа. Если я пойду, она отвалится. Я больше не смогу ходить. Посмотри. Мат, ты слышишь? Это я, наверное, ей плохо влепила лапу. Это я вернула. Слушай, Лодя, сейчас я кое-что сделаю. Ты только не удивляйся. Когда все перевернется с ног на голову, я смогу стать тобой. Я ведь твое произведение. А ты пока отдохни. Ура! Вдруг я увидел сердце своего. И вдруг он сказал мне привет. Что я добрый человек. Так-так. Вот наше новое творение. Ничего-ничего, продолжайте в том же духе.
тут она говорит: «Не хочу я тут стоять, я хочу в русском музее на белом пьедестале, а тут мне не нравится». Ой, нет, извини, не получится. Ну сколько можно? Сколько можно меня донимать? Я вам раз 20 сказал, я не из этой сказки. Я здесь просто гуляю. Снова не то. А я сомнения в твоей голове. А ты лепить ты вообще умеешь? А рисовать? И думаешь, что это кому-то надо? Думаешь, что это красиво? А ты подумай сейчас. Для раздумий. Я никак не могу сдружиться со скукой. Я лучше послушаю птиц. Я никак не могу сдружиться со скукой. Лучше послушаю птиц. Давайте быстрее. Я вам место для выставки нашла. Зрители придут через полчаса. Привет, Кира. Привет. Тут объявился новый художник, у него скоро выставка. А что там у тебя? Я только что доделала свою медузу. У него скоро выставка. Хочешь пойти? Медуза, ты хочешь пойти на выставку? Мы пойдем. Пока. Слушай, медуза, ты хочешь пойти на выставку одна? Я, пожалуй, пойду поработаю. На выставке сказочного искусства. Пойдемте со мной. Извините, как вы относитесь к современному искусству? Нормально. 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 Извините, а вы как относитесь к современному искусству? Плохо. 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 А что он делает? Ждет. А что, уже все ушли? Да. А можно я здесь постою? Хорошо. Что-то
такое любовь, что такое любовь, знает только луна, знает только луна. Подскажи мне, любовь, что такое луна, подскажи мне, любовь, луна. Одна из последних, которая висит в Нью-Йоркской галерее. То ли мама, то ли мума, не помню. Bye.